трасса 101. Приветствую, в эфире трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В России по-прежнему остро стоит проблема продажи некачественного бензина. В первом полугодии 2017-го Росстандарт выявил такие факты на 40% проверенных АЗС. Особенно это актуально для отдаленных регионов. Специалисты видят выход в следующем. Уход от плановых проверок заправок и внедрение риск-ориентированного подхода, введение штрафов с оборота, внедрение экспресс-теста горючего и так далее. Трасса 101. Верховный суд отказался исключать из ПДД дорожные знаки «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена». Рассмотрение данного вопроса инициировал один из известных юристов. Он настаивал на том, что единых правил размещения указанных знаков нет и что этим активно пользуются местные власти, запрещая парковку там, где им заблагорассудится. Трасса 101. Минфин предложил изменить правила оплаты административных штрафов. Суть в том, чтобы разрешить делать это родственникам или друзьям нарушителя. Цель – увеличить собираемость штрафов, уровень которой год за годом оставляет желать для государства лучшего. Кстати, в мае этого года Счетная палата информировала о том, что введение 50% скидки при быстрой оплате штрафов ГИБДД не привело к росту сборов. Трасса 101. Автоинспекторам снова разрешили останавливать автобусы вне стационарных постов ДПС. Этого права у них не было последние 5 лет. Возврат нормы, говорят в МВД, обусловлен чередой серьезных аварий с участием общественного транспорта. К примеру, в начале июля в Татарстане в результате столкновения автобуса и КамАЗа погибли 14 человек. Ранее руководитель ГИБДД Михаил Черников сообщил о том, что возглавляемое им ведомство будет добиваться возврата техосмотра автобусов под свой контроль. BMW X3 нового поколения будет стоить в России минимум 2 миллиона 950 тысяч рублей. Данная комплектация подразумевает наличие 2-литрового бензинового двигателя мощностью 184 лошадиные силы, 8-диапазонного автомата и полного привода. Автомобиль стал больше предшественника. В частности, колесная база увеличилась на 5,5 сантиметров, а вот масса снизилась на 0,5 центнера. Новую трешку будут выпускать в Калининграде. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова и в группе программы ВКонтакте. До свидания. Трасса 101.